Хочется поздравить всех донецких болельщиков и всю хоккейную общественность Украины с победой Донбасса в праве проведения континентального кубка в Украине. Впервые с 2014 года пройдет в Украине такой турнир для нас, для украинской хоккейной лиги, когда клубы нашей лиги принимают участие в таких титульных турнирах международных. Для нас это очень престижно. Мы со своей стороны, я уверен, что сделаем, приложим все усилия для того, чтобы турнир вместе с клубом прошел великолепно. И хочется сказать отдельное слово благодарности. Президент клуба, менеджмент клуба создали для тренерского штаба игроков оптимальные условия для прохода в дальнейший, ну, для положительного результата и прохода в дальнейший раунд. Поэтому желаем нашему украинскому Донбассу только победы и ждем всех обязательно в октябре в ТРЦ-терминал на матчах континентального кубка с участием хоккейного клуба Донбасс. Все будет хоккей!